С 28 по 30 июня во Дворце спорта и молодежи Каспийска состоится 54-й международный турнир по вольной борьбе в памяти пятикратного чемпиона мира и девятикратного чемпиона СССР Али Алиева. В соревнованиях примут участие спортсмены из 9 стран. Свою заявку на турнир уже подали сборные России, Азербайджана, Бахрейна, Белоруссии, Венгрии, Египта, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Помимо этого, планируется участие представителей из Греции, Кыргызстана, Молдовы и Туниса. Борцы вольного стиля разыграют 10 комплектов наград. Помимо этого, в спорткомплексе имени Алиева 22 и 23 июня пройдут всероссийские соревнования DCC Championship по грэпплингу, где спортсмены смогут выполнить нормативы КМС и мастера спорта.